Проект «Профстажировки 2.0» подвел итоги 4-го сезона. Победителями стали 704 студента из 60 регионов страны. Участники проекта решали реальные бизнес-задачи. Это позволяет в будущем специалистам на практике применять свои знания. Например, студенты из Петербурга представили проекты многоквартирных домов и придумали, как повысить их энергоэффективность. Сайт «Профстажировки» публикует интересные кейсы от ведущих компаний нашей страны, от самых крупных. И эти кейсы чаще всего соответствуют самым актуальным темам, потому что это прикладные задачи, которые требуют решения на сегодняшний день. Работа над кейсами. Успешные конкурсанты будут стажироваться в ведущих компаниях страны. Лучшие получат приглашение на постоянную работу. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом.